Берешься в бой, толком не подвязав Хакаму. Что же тогда делать? Терпение, Сакай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда они откроют ворота. Пока мы тут ждем, Тамоэ остается в руках врага. Она может за себя постоять. Как следует осмотрись. Чем тут можно воспользоваться? Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. Осиное гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И начнется пожар. У них много лучников. Они хороши, но мы лучше. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт и освободим Тамоэ. Хорошо. Ждем момент. Открывают ворота. Жди моего сигнала. Давай, пускай отправляются к предкам! Недурно, Сакай. Внутри будут еще. Разберемся. Надо найти Тамоэ. Пожар! Он на дно!
Сюда! Убитые пленники. Их связали и застрелили из лука. Думаю, не... Постой. Это ее амулет. Она где-то здесь! Это японские стрелы. Они принадлежат Томое. Вы уверены? Я обучил ее делать хвостовики из оленьего рога. И брать перья Орлана. Монголы забрали ее оружие? Стрелы загнаны впритык. Нет монголов столь искусных с японским оружием. А, выходит, ей позволили взять лук. Свиток. О стрелковом искусстве с переводом на монгольский. Здесь и ваше имя. Она обучала их моему пути лука.